Здравствуйте, с вами Android. Андроидыч сегодня хотел рассказать о очень интересной игре приключений, которая называется Super Heavy Sword. В начале игры мы можем выбирать между двумя персонажами. Это невеста Пайка, Люсинда, если я правильно помню, и сам Пайк. Ну, давайте выберем его и начнем играть. Игра выполнена прямо в мультипликационном стиле, прям реально как мультик. То есть очень-очень оригинально и красиво нарисовано. Вот наша карта, по которой мы сможем с вами перемещается. Вот наш персонаж. Ну, тут различные территории, на которые мы можем подать и проходить их. Давайте подойдем к одной из них. Нажимаем. Так, и сейчас придет загрузка. Еще раз нажимаем на этот кругляшок, и у нас происходит загрузка. А по сюжету игры в начале сам там ролик показывали, где проживал вот этот Пайк. Похитили всех жителей, какие-то злобные тролли или тролли, которые неожиданно появились. И вот мы этим Пайком, как я понимаю, будем их освобождать. Мы можем так вот прыгать, вот так передвигаться и также ударять мечом. Вот, собирать монетки. У нас есть жизни, есть очки, которые мы с вами набираем. Как видите, очень красиво все нарисовано, очень-очень прикольно сделано. Реально какой-то мультик. Тут различные сейчас подсказки нам возникают, что мы можем делать. Мы также можем разрушать вот эти вот блоки ударами вот этого меча. Вот. Давайте пройдем дальше. Сейчас будут нам по пути попадаться монстры различные, которых мы с вами будем уничтожать. Какие-то взбешившиеся овощи решили на нас напасть, но мы сейчас их легко и просто уничтожим. А после убийства они дают определенное количество... Ну, одну монетку дают. Вот меня задели, к сожалению. Ну, так, идем дальше. Также мы можем сделать двойной прыжок. И когда мы прыгаем, мы можем ударять. Так он может летать, как вертолет. Вот, тут есть секретные какие-то, как я понимаю, платформы, на которые мы можем с вами попасть. И, как я понимаю, что-то интересное собрать. Вот. Так, ну давайте идем дальше. Интересная очень игра. Качественно сделана. Вот, реально очень-очень круто. Так, еще мы можем в воздухе нажать два раза кнопку. Так. Да, два раза кнопку прыжка. До этого мы два раза кнопку мяча нажимали. Так, что-то я уже сам запутался. Так, я нажимаю. Ну, короче, если мы нажимаем два раза кнопку прыжка, он у нас, видите, как прыгает и ударяет, так сказать, летит со очень большой скоростью вниз и может вот так вот разрушать различные блоки. Вот. Давайте маленько пройду. Очень увлекательная, интересная игра. Думаю, многим игра понравится. Вот. С вами был Android Андроидыч. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube канал. Вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока, до скорых встреч.